Я дичь, но да, такой вот есть московский дизайн. Музей дизайна нужен детям. Музей дизайна нужен взрослым. Место, где ты можешь прикольно колено перед. Или посмотреть его свысока. Все люди, которые приезжают в Москву, говорят, что страна быстро развивается, Москва действительно большой мегаполис. Но, несмотря на то, что креативная индустрия приходит в нашу жизнь все больше и больше,